Друзья, всем приветики. Сегодня мы пришли в Китайку покушать китайскую лапшу. Сейчас я вам покажу, что мы будем сегодня есть. Так, Димка сегодня у нас заказал калькуксу, хемуль. Хемуль — это называется морепродукты в ассортименте. То есть здесь и кальмары, и креветки, и всякие мидии. А я взяла себе такую же лапшу, только острую. Тоже идет с морепродуктами, лапша с морепродуктами. Это и есть китайка у нас. Так, и взяли мы вот такой чапче. Чапче переводится с корейского — фунчоза. Так, ну что, будем есть. Всем приятного аппетита, кто сейчас обедает, кто не обедает. Обожаю, просто обожаю вот эту лапшу.